Ребят, всем привет! Вы находитесь на канале Сергей Пынзарь. Сегодня у моего младшего брательника день рождения. Несмотря на то, что он выглядит лет так на 20 старше, чем я. Подарок с Днепропетровска. А вон подарок с Днепропетровска приехал. Это наша мамуля. Сегодня приехал поздравлять своего младшего сына. Сюрпризом. Сюрпризом, да. Нежданчиком. Ну что ты хочешь сказать в свои 32? Расцвет сил мужчины или уже все затухание? Чувствую себя хорошо, прекрасно, молодой, активный. Ладно, молодой, активный, закидывай сумку, поехали дальше. Маму встретили, теперь у нас сегодня целый день сюрпризов, поехали дальше. Сегодня наш женек удивит своей щедростью, отведет нас в ресторан, всех накормит, всех напоит, а мы подарим ему трусы и носки. Да. Ну что, короче, ребят, едем на Женька днюху, Женек что-то устроил сегодня нам, будет веселуха жесткая, да, Женек? Едем да. Трио, три молдаванина, короче, едем. Два молдаванина и пермяк. Ага, спермяк сзади один сидит. Спермяк, ну что скажешь еще? Что скажу, париться будем? Едем в баню, Женьку устроили, сегодня банный день. Попросили еще банщика его почистить хорошо. Везде скрабики там, да, все дела. Так что со скрабиками любимому хорошо. Брату сделали вот такое вот, значит, празднество. Ну а как день. А как там будет, уже посмотрим. Ну, там после баньки, знаешь, там поскрабился, потом там опять этим, поскрабился. Там, молочком натерся. Этим медом натерся. Скрабики. Скрабики не для мужиков. Короче, сегодня еще поменяли диски. Смотрите, какие лайбы сделали. Мощные. Просто шик. Не знаю, нравится вам, ребят, или нет. Кому нравится, кто хочет такие диски заказать, пишите. Женек, ну скажи, ну, вот как в 32 ты, года ты до такого докатился? До какого? Что брат организовывает за тебя днюху, блядь. Ну, это... ладно, оплачу. Ну, не, брату спасибо, конечно. Брат у меня единственный, любимый. Пойдем покажем, какой торт подогнали тебе. Идем. Какой брательник торт брату заказал. Пойдем. Так, ассалам. Пополам. Так, смотрите, это отдельно Женек. Сейчас мы это все установим красиво и покажем. Ребята, вот торты или торты. Торты. Торты заказывать лучше у одних ребят, которых я знаю, пожалуйста. А если кому-то надо, я... вообще офигительно. У меня брат, поскольку любит автомобили, короче, чуть позже вам покажу. Сейчас этот тортик, будет так сказать, круто. Поставим и раскроем. И вам всю эту красоту покажем. Пацаны, ну что, надо же поздравить как-то, что-то скажите хотя бы просто. Ну что, от чистого сердца, ну, и почек. Чтоб хватало на зубы и на машину. Чтоб хватало на зубы и на машину. Диман, ну а ты что скажешь? Я скажу, как счастье, семью. А ты что так топчешься? Писить хочешь? Писить хочешь? Нет, я хочу такого уже выпить. Пивку хочешь. А ты сам, чё, сам себе что пожелаешь? Короче, я себе желаю здоровья. Короче, я. Какое здоровье? А лайбу там или еще что-нибудь не желаешь себе? Ну да, лайбу, короче, на 5-литровую. Вообще люблю спортивную подвеску, она пожестче. Ну ты сам спортивная подвеска? Ну да, я так-то подскинул спорт каждый день. Просто куртка вытянулась. Да, это с прошлого дня рождения куртка тянется. Ну так чисто. Ладно, забираем торты, забираем, забираем пивас и пошли. Короче, ребята, как и обещал, показываю вам этот мощный торт. Да-да, это торт. Многие думают, что это просто машина. Но это торт. Вот у нас Женек. Мы его сделали здесь спортивным, красивым. То есть заказали у ребят. Посмотрите, какой шедевр они просто сделали. Женек любит Volkswagen Touareg. И вот он самый, Volkswagen Touareg. Женек, ну ты его есть будешь или оставим его так? Кусай. Для красоты. Не-не, не кусай, подожди. Красотища вот такая. Не-не-не. У него, кстати, фары зажигаются. Сейчас мы найдем, как они зажигаются, и обязательно зажжем. Я нашел где-то. Вот такой ты себе представлял тачку, Женек. Да. Крутяк. Реально? Вот это, наверное. Нет? Евгений. Евгений написано. А, это. Жиундос, смотри, как написано. Машина. Евгений. Вообще шикарный, просто. Вот как так можно было сделать, да? Еще и съедобное, да? Еще и съедобное, причем все съедобное, все, что вы видите, это съедобное. Блин, ну сделано. Только что-то с носом это. А не, нос похож. Похож нос, это
Это Женек, кстати, посмотрите. С долярчиками. Скажите, похож, нет? Похож. В руках баксы. Белые красачи. Белые кроссовки. Ну, здесь, правда, прессы что-то сделали. А ну, покажи свой пресс. Под тебя делали, реально. Диман, ну похож, слышь, что? Похож. Реально, да? Чистый, короче, лайба, вот. Чисто. Вот реально, сделать вообще такую машину и еще и сделать художественно, да, лицо, вот, чтобы все было похоже, вообще шикарно. Ребята, привет, спасибо вам очень огромное. Спасибо. Ссылку я оставлю под видео на них обязательно. Мы нашли, как включаются фары. Крутяк. Посмотрите. Торт с фарами, которые светятся. Volkswagen Touareg. Ну что, пацаны, надо начинать отмечать. Да? Что торт чай? Достали, чай. Чай есть. Чай, торт. Режем. В баньку сходим, все как положено, правильно? Да. Красота. Просто офигенно. Я вот до сих пор удивляюсь, как можно так вот сделать такую красоту. Событию близким кругом. В руке у меня безалкогольный козел. Вот. Собрались мы по одной причине, которая сидит вот там в конце стола наша. Это мой брат, короче, мы его будем поздравлять сегодня с днем рождения от нашей компании вместе с Димасиком. Димасик, покажи себя. Вот он. Мы с Димасиком, короче, поздравляем тебя, Женек, с днем рождения. Желаем счастья, здоровья, любви, удачи, успехов. И дарим тебя очень ценим. Ценим. Спасибо. Любим. Что мы хотим тебе пожелать в этом году, хотел сказать. Мы хотим тебе пожелать твой день рождения, чтобы ты всегда был целеустремленный, чтобы ты всегда добивался успехов. И цели. И цели, которые ты поставил перед собой. Цель, вот она, конечно, я знаю. Touareg новый, 5 миллионов. Вот, ну, для достижения твоих целей, для улучшения качества твоей работы и всего-всего остального, мы сделали с Диманом тебе небольшой презент. Мы думаем, что этот подарок тебе очень понравится, и думаем, что мы сделали правильный выбор. Вот. Сейчас я тебе его подгоню. Это вот такой вот прикольный телефон. Че ты думаешь-то, блядь? Крутяк! Спасибо. Это гарантия, короче, на год. Погоряжи. Женек, давай. Теперь ты, короче, можешь фотошоп делать. Сейчас можно с клиентами нормально общаться, чтоб слышно было, и фоткать. Чтоб Серый так сказал. Женек, дай он тебя там лучше фоткает. Ну, что скажешь? Как тебе подарок? Вообще бомба. Подходит? Огонь. Аж это. Просвистился? Парни молодцы. Уважаем, любим, ценим, поэтому вот и дарим тебе такие подарки. Спасибо. Давайте. Давай. За братву. Эй! Это наши коровы, и мы ее доим. А следующий день рождения у Вани. Как ты думаешь, Вань, что мы тебе подарим? Ну, можно подарить замена масла, она примерно так же стоит. Ну да, замена масла, причем, это реально так же, да, стоит пример? Ну, все, тогда замена масла. Так, Женек, тут распечатал. Не, свой телефон возьми. Прям не хочешь его сдирать? Сдирай, не выдумывай. Вот это золотые подарки. Вот это да. Женя будет. Алло, да, строительная компания, два строителя. Я вас прекрасно слышу. Представляете, да, ребят, кстати, смотрите, что у Женька было, какой телефон. Он верой и правдой служил. Он верой и правдой служил, причем не только ему, походу, еще Даше он служил правдой. Потом мне пару лет, наверное, и потом тебе начал служить верой и правдой. Возьми вот эту штучку, вот здесь, смотри. Где она? А, здесь же эта штука, вот она. Да. Открываешь. Сейчас испробуем камеру твою. Ну вот тут дырочка есть, вот здесь. С другой стороны. Вот, малый. Вот. А, вот, да. Я вот больше люблю все-таки дарить подарки, чем принимать.
О, ты на китайском шаришь? Все, на китайском языке будешь? Тут надо как-то, наверное. Да, купили тебе китайский телефон, короче, он не будет переводиться на этот. Ну, hello. Hello, да. А как мне отсюда сюда все перейти? Переложи, его надо просто рядом положить и всю информацию он скачает. Так. Испанский. Пускай забьет сразу же сам. Забивай, да, сейчас сам. Забьет, сейчас. Чтобы запомнить. Кого забить? Ванек с подарочком. Ну иди, иди ты говори, значит. Ну, давай. Голуби взлетят над нашей зоной. Я помню, как-то раз мы с тобой сидели, отдыхали, пили безалкогольное пиво. Я заметил то, что... У тебя есть рвение. Ты очень любишь, во-первых, музыку. Что ты там заглядываешь? Я долго томить не буду, я тебе дымить. Так что сегодня вечер у нас будет под гитару. Это мы, короче, в офисе. Вешаем на гвоздь. Гвоздь приезжает. Девочка в платьице белом. Ну забабахай хоть что-нибудь. Ты скажи вообще, как? У тебя была гитара или не было? Я просто, знаешь что? Я сначала ее купил. А потом подумал. А потом я вспомнил то, что я видел, короче, у тебя... Видео, короче. Ага. Как он это? Моя гитара. Играл где-то на глянцевая такая. Моя черная гитара осталась в Петрозаводске. Да ты че? Да ты че? Давай, ну, делай. Что там? Женек, помнишь что-нибудь? Это будет повод вспомнить и научиться. Ну. Она расстроена. Не-не, должно быть нормально. Не, настроенная. Я чаще понимаю. Я уже не помню как. Вот повод типа домой пришел. О! Да он умеет. Он играть. Умеет играть, оказывается. Сейчас ВДВшник приедет, петь будет. Крутяк вообще. Надо было ног. Короче, Женек, я так понял, что в этом году у тебя по-любому. Я, короче, знаешь, запись песни будет, и еще и тачку купишь. Я, короче, знаешь, что буду делать? Я буду на свой новый iPhone снимать. Учимся вместе играть. Ванек, ну спасибо, ты угадал реально, что будешь. Мне показывать мастер-класс. Да, да. Красавчик, да, опять. Мы еще красавчик. Садовая 3, корпус 2. Пизда вам. То есть ты там будешь разрываться, за разрыв идти. Не, ну, знаешь, ну ты помнишь первую свою песню, которую ты разучивал? Которую ты заебал всех родственников и меня в том числе, блядь. Девочка платится белым. Он пел эту песню, сука, каждый день, блядь. Тренировался. Не, это-то он пел. Он еще гнусным голосом. Девочка платится белым. Ой, блядь, не получилось, так аккорд поменял. Девочка платится белым. А ты помнишь эту песню? Да нет, откуда я ее помню? Я половину не помню. И вот, кстати, небольшой обзор хотел вам показать этой бани. Баня называется Лачи. Также ссылочку я оставлю в описании. Посмотрите, какая крутая баня. Я от первого лица буду снимать. Вот, ребятки, у нас здесь кайфуют. Это все подарки Женька. Как вы уже знаете, гитарка, телефончик. Ну, конечно же, все ватсапщики, инстаграмщики, все не прерываются, все работают, все молодцы. Женек, тебе подарили айфон, а уже как там? Дальше сам, пожалуйста. Вот такой вот здесь предбанник большой. Здесь вот сидим, кайфуем. Даже можно кальянчик курить. Так, переходим дальше. Здесь есть еще второй этаж. Я обязательно покажу. Там бильярдная есть. Здесь у нас раздевалочка. Все здесь переодеваются. Баня очень крутая. Она идет вместе с банщиками. Поэтому здесь очень мощно. Сейчас я попытаюсь вам показать. Здесь жарко, посмотрите. Так, камин вот такой вот. Видите, так, быстренько забежим. Вот такая шикарная баня. Ух, хорошо, горячо. Мы уже практически подготовились. Скоро будем париться. Конечно же, как в бане без душевой. Душевая обязательно. Помимо этого, ребят, вот такие венички нам банчики уже подготовили, заготовили. Ну и, конечно же, самое главное, что требуется в каждой бане. Офигительный, классный, крутой, суперский бассейн.
Вот здесь после баньки будем наслаждаться, отдыхать и кайфовать. Все цены на эту баню вы можете зайти на сайт загородного клуба Лачи и посмотреть. Цены адекватные. Реально. Здесь очень много бань. На территории у них реально очень много бань, потому что здесь, так сказать, огромный банный комплекс. И баня-близнецы, и баня Авен, и с купелью, и с двумя купелями. То есть очень большой выбор, кому что нравится. Нам, например, нравится вот бассейнчик, а многим, например, нравится купель, да? Вот здесь поднимаемся. Здесь тоже... Здесь свет, кстати, не знаю, как включить. Короче, ребят, пойду отсюда. Ну, я что хотел сказать? Что здесь на втором этаже... Здесь на втором этаже бильярдный стол. Но поскольку мы бильярд не очень любим, поэтому мы туда не поднимаемся. Вот такой небольшой был обзорчик бани. Ну а мы пошли париться. Короче, парни там купаются. Давай, вот так, я сейчас зубы туда плыву. Сейчас. Баня! Подожди, подожди. Раз, два, три. Теперь ты. Бомбочка. Ну покажи, что такое реальная бомбочка. Вот она. Бассейн, ну короче, хана. Можно так сказать. Иван стремается, не хочет. Ванька, пойдем. Париться. Я понимаю, что ты молодой и привык в бане ходить по-другому, но надо идти париться. Иван. Идешь, нет? Я ищу. Давай, погнали. Давай, женёчек. Вот так, пополам его? Вот как хочешь. Ровно пополам. Ты же хозяин. Женёк, давай. Раз, два, три. Ай-яй-яй. А вот туарек режет. Слушай, а металл плотный? Плотный, конечно. Оцинкованное. Опа. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я что-то, по-моему, не ровно режу. Ровно? Красота? Вообще красота, слушай. Распил. Распил домокомплекта на производстве. Блин, смотри, шикарный вообще торт. Что, думаешь, сам его умахаешь? А что там внутри, интересно, да, ребят? Да. А можешь чуть-чуть его подраздвинуть? Сейчас раздвинем. Что? Не развалится? Не, так не получится. Лицо, блин, кусок. Не, ну раздвигается вот. Красота, блин. Разрезал. Давай. Раз. Убирай, женек, руки. Два. Три. Стоп. Есть, я сохраню еще раз. Давай. Стой. Например, 2 секунды. Смотри сюда и прям по... Давай. Раз, два, три. Мало. Хорошо. Нормально. И можно спереди еще взять. А женек держит, блядь, чтоб его там слышать. Стоп. Давай женька, чтобы было видно еще. Давай. То есть мои руки не видно? Вот так тогда. Ага, сейчас стой. Раз, два, три. Да. Растрепали тачку. Вот. Три. Да, хорош. Ну, чисто. Распил. На производстве. Ой, красота. Кусочек. А женёк чисто держит там, да? Вот тачка, смотри, борется до последнего, чтобы её не трогали. Так, что-то я там что-то уперся. Да? Колесо. Я в колесо уперся, да. А Женя тут, видите, как держит? Не пилите мою тачку! Да, легендарный! Легендарного оставьте! Варвары! Слушай, ну он широкий внутри, смотри, удобный. Вкусный? Очень большой. Очень большой, очень вкусный. Тем более мы все на диете, но мы все этот торт поедим. Вот, смотрите, какой начиночка, ребят. Короче, сделать второй заход, это просто бомба. Вообще отпад полный. Что скажете, ребят, по поводу бани? Очень классная баня. Бомба. Самая классная баня это... Лачи. Здесь нужно полный ехать комплекс. Сюда, офигенный. Вы точно не пожалеете. Это точно. А еще у вас, если есть дети, тут просто очень много. Рай для детей. Да, программ всяких развлекательных. Тут аниматоры. Тут просто вообще вот. Это вот даже круче Турции. В
Вы приезжаете сюда и просто отдыхаете. Просто релакс полный. Сюда можно приехать на 3 дня и причем купить полный инклюзив и вообще не думать ни о чем. Очень Но круто. Еще можно здесь жарить шашлычки, париться в баньке, курить кальянчик, купаться в бассейне. Ну, в общем, полный комплекс. Очень круто. А дядя Ваня этого не купил. Он не парился в баньке. Ваня, ты почему не пошел к банщику, скажи, пожалуйста? Ну, просто не захотел, а уже напарился. Просто он боится, что... Чисто съехал. Да, боится, что банщик увидит его бицы и испугается. Выбежит. Выбежит. Погнали, погнали в бассейн. С разбежки. Давай. Я прям чувствую, что ты хочешь меня дать пинок. Не буду, давай. Я с камерой, какой пинок. Я, конечно, любитель этого. И-ха! И-ха! Баба! Вот это бомбочка, а. Вот это красавчик. Кто хочет покупаться в таком бассейне? Е-е-е-е! Ставьте лайк, пацаны. И девчонки. Вот красавчик. Я, походу, Женек спасал. Ну, он мог. Я Он мог. Смотри, какой прикольный, да? Да, нажимай кнопочку. Массаж. И держись за эту штуку, за круг. Да, держись. Нажимай. Да. Нажимай. Не, нажимай кнопку. Там кнопка. Да, нажимай. Туда кнопку просто нажми, дядя. Женек, нажми кнопку. Там кнопка есть. Нажимается. Не, пацаны, ну что? Вот есть кнопка. Вон она, вниже. Вот она. Вот, не вот она. Не да. Ну подожди. Ниже, самая нижняя. Это дырки, блядь. Самая вода, ниже, самая это нижняя. Крутилка, блядь. Это крутилка, блядь. Нажимается? Вот эту хуйню можно опустить вниз. Вот. Вот это. Волна как-то делается, должна делаться. Да, она не волна. Банчика. Он нам сделает. Мы хоть поржем тут сейчас. Давай, да. Пацаны, противоток не работает, поэтому один становится возле стенки и ссать начинает, а другой дерзко. Говорит, не работает сегодня. А вот это... Давайте сальто. Кто прыгнет сальто вперед, красавцы? Давай. Давай, Женек, кто? Женек, давай сальто, Женек. Сальто вперед. Сальто вперед можно, давай. Тут не глубоко. Да сможешь, смотри, Вьюник, может. Вот красавчик, давай теперь ты. Красавчик, видишь, четко вошел. Только туда, вдаль выпрыгивай. Ты пуст. Отбил себе бочины. Теперь сальто назад, пацаны, давайте. Ну сальто назад, давай. Ну так вот просто прыгни. Давай. Сальто назад, смотри. Смотри, Вьюник. И отца. Ты понял? 98 килограмм сальто назад прыгай. Давай сальто назад, вылазь. Ну вылазь давай. Давай, вылазь. Только вдаль прыгай. Назад, вот туда, назад прыгай. Понял, назад только. Не вверх, а назад давай. Сальто назад. Давай. Назад. Сальто назад, погнал. Назад, Женек, только... назад. Да давай, только туда, вдаль отпрыгивай. Прям назад дальше прыгай. Давай. Тюлень Иванович. Я легко, просто не буду вам показывать. Ну вот это мода 90-х, смотри. Ванёк, посмотри на пацана. Красавчик. Вот это баня. Вот они с баньки возвращаются. Напарились, классно, Лачи. Спасибо большое. Лачи это лучшее. Лучше. С легким паром. Торт и телефон. Да, да. Что может быть лучше? Апс, апс. Ау. На лайбич. Ты только к Бэхе подходишь, она уже включает свет. Ау. Это просто поймай, да? Покажи. Как без трусов холодно. Вот это да. Женчик, короче, ну чисто в заключение скажи. Как вот, ну, чисто по-пацански, если отмечать от 1 до 10, вот как мы,
посидели в баньке. На 15. На 15. Вот это оно. Душевно, круто, в кругу своих родственников. Всех, вот всем советуем, да? Советую. Не надо устраивать пьянки, гулянки. В кругу своих друзей, близких, родственников, братьев, сестр. А сейчас чисто близкими братьями сидим в кальянке. Я, ты и мы с тобой. Ты и я, и мы с тобой. Ну и ты чисто ковыряешься в новом телефоне. Чисто осваиваю. Осваиваю. Отлично. По БГ хоть скачаешь? Вот завтра стопудово забью его сюда. Памяти хватает. Ну и, короче, ты забыл сказать, подписывайтесь на, да, канал. На канал Сергея Пузыря. Там очень много интересных видео. И еще там очень интересный его брат. Да, Евгений, ну, по совместительству продюсер-режиссер. Какой продюсер-режиссер? Самое главное, мы оставили одну, ну, маленькую интрижку. Тайну. О которой я сейчас начну говорить, но не закончу. Потому что летом будут вообще нереальные видосы. Просто море позитива. Будет круто. Так, уже все придумано, все в процессе. И я еще хочу оставить маленькую тайну. Как вы думаете, почему у моего брата до сих пор нет жены? Это очень маленькая тайна. Он не гей. Да, то есть тут вставочка, он не гей. Да. Почему отгадать нет жены?